Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Карл Айкон. Далеко не всегда идеи приходят в рабочее время, когда вы сидите за столом. Это, конечно, такой интересный вопрос. Идеи приходят тогда, когда человек созрел. Когда человек созрел, эту идею получить. А не то, что он сидит и думает, что она придет к нему. Идея приходит тогда, когда ты созрел. Когда ты исследовал какой-то там круг разного рода знаний, разного рода там своего опыта, чужого опыта. И на основании вот этого вдруг у тебя возникает просветление. Слушай, а надо-то действовать вот так вот. И приходит интересная идея. Гарри Селфридж. Бог знает, как это сделано. Лидер показывает, как это сделать. Я как светоч народной медицины и, естественно, образа жизни или здорового образа жизни. Рассказываю и показываю, как это сделать. Я рассказываю, чего я достиг, что у меня получилось, что у меня где-то не получилось, что это примерно вот так сделать. Ну, по крайней мере, со своего личного опыта я, значит, на своем собственном примере показал, как более-менее оставаться здоровым. Не хочу сказать, что я тут суперздоровый какой-то. Более-менее оставаться здоровым, чтобы здоровье тебе нравилось. И не мешало тебе, потому что есть человек, который хочет жить, а здоровье ему не позволяет. Так вот, чтобы оно тебе нравилось, твое собственное здоровье. И ты знал, как его поддерживать. То есть, вот примерно я так думаю. Ну и плюс, вы видели различные подделки, я там делаю такие-сякие, то есть все. То есть, помимо того, что разница, конечно, не в том, что мы вот с вами прочитали что-то и думаем, ну вот так вот она. А потом пишем, а как соду принимать? А сколько капельки росина? А как голодать? Или еще что-то? Видите, в чем, так сказать, загвоздка? Некто Лидо Энтони Ли Якокка. Ага. Управление представляет собой не что иное, как настраивание других людей на труд. Это, конечно, очень интересная мысль, настроить других людей на труд. Но если коснуться нашей темы здорового образа жизни, то здесь важен личный пример. Показывается личный пример и показываются результаты этого проделанной работы. Вот тогда это заинтересует людей заниматься. В данном случае настраивание других людей на труд заключается вообще, если так вот на труд, заключается в том, что мы можем показать им, что они получат в итоге проделанного труда. Если мы это ясно и понятно покажем, это будет прекрасная мотивация. А если он работает, как мы тут вот работали с советского времени и получили вот эту пенсию, получили там прочие вещи от государства, когда ее там пересматривали, когда у вас несколько лет отобрали этой пенсии, не засчитали, ну, идите тут сами как-то там доказывайте. То есть государство оказалось нам чуждым элементом в этом. Работал, вот она там книжка, вот это у тебя там написано в слове Геннадий надо 2Н, а у тебя 1Н. И доказывает, что ты не верблю. Так что вот, настраивание людей на труд, человек должен видеть в перспективе, что он проделает труд, и за это он получит то-то. Очень важно это понимать и в оздоровлении организма. А для этого должен быть, конечно, пример. Майкл Блумберг. Такая брутальная личность. Никому не удавалось брать, не отдавая. Прекрасная, знаете, мысль, прекрасная мысль, изложена, никому не удавалось брать, не отдавая. Для того, чтобы, знаете, даже вот если я, конечно, такой пример приведу отрицательный, для того, чтобы создать какую-то там пирамиду, которая облапошит кучу народа, ее ж надо создать. Я, конечно, не за эту пирамиду вообще, но так, вот такой пример.
Ну так, я сказал, такой мне подошел, не совсем он удачный, согласен, но тем не менее вот так вот. В любом случае, вот что тут вы видите вокруг меня, мне пришлось очень много отдать своего времени, своей жизненной силы на то, чтобы получить нужные знания и применить их к себе, и чтобы они заработали. Вот так это относительно себя. Кстати, вы можете отзывы оставить, какой вам там пример с пирамидой, или же мой собственный пример понравились. Руперт Мердок. Личные интересы превыше всего. Вы знаете, гениальная мысль. И знаете, почему она гениальная такая, вот гениальная эта мысль? Да потому что жизнь дается человеку индивидуально. И насколько он в ней преуспеет, насколько он проработает вот сам себя, насколько он изменится, насколько он вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, как личность, настолько это получится. То есть жизнь дана тебе, именно на тебя. А когда мы это не понимаем, мы тогда вот думаем, как бы сказать, вот всем себя отдать. Я не за то, чтобы, знаете, быть эгоистом. Я за то, чтобы разумно помочь другому человеку, но не работать на него. Вот я как раз про обиду вам там писал, там проработка обиды и так далее. Пришли отзывы, что вот сын стал взрослым. Или там два сына стало там взрослым. Короче, следующее. Что родители взяли, значит, кредит для того, чтобы сын вложился там в свое дело. Ну, он попробовал вложиться, получилось, не получилось. Говорит, женился, забросил все эти дела и так далее. А родители выплачивают этот кредит. Вот такие вот вещи есть. Далее там, значит... Вроде как два там сына. Одному дали, и что-то у него там не получилось. Или этот же случай. А второй сын, глядя на это, думает, что сейчас родители ему тоже что-то помогут. А они уже не в состоянии помочь, потому что они выложились на первого своего сына, который все это рафукал. И вот обида, что вот вы это ему дали, а мне не можете дать. То есть здесь очень важно воспитать человека так, что мы тебе ничего не должны. Мы тебе ничего не должны. У тебя своя жизнь. Ты появился в этом мире. И все, будем говорить, тут смотрят. А что? На что ты способен? Как ты себя проявишь? А не то, что ты, он будет у вас там что-то там брать. И вот за счет этого, как бы сказать, жить. На что ты способен? И поэтому ты должен действовать. Да, естественно, там. По мере сил, возможностей другим там помогать, которые рядом живут. Потому что семья есть семья. В свое время, лично ко мне, в свое время, 90-е годы, все были глубоко на дне, лежали мои там близкие, родные. Один я за счет книг, значит, содержал свою семью. И не просто содержал семью, я строил вот этот дом. И плюс, естественно, сестра, жены, семья получала помощь. Сестра моя получала помощь, родители получали как со стороны жены помощь, так и со стороны моей там помощь. Была возможность такая. Но вот для того, чтобы человек понимал, для чего ему жизнь дана и что делал он, больше, или вернее, знаете, так сказать, вот благодаря тому, что, это правильно будет, благодаря тому, что ты работаешь над собой и показываешь, как надо работать, и вокруг тебя меняется вот этот мир, вот тогда понимается, насколько ты сам работаешь над собой, и насколько все изменяется вокруг тебя. Вот это будет очень хорошее, я думаю, правильное. Так, а вот наш бизнесмен Евгений Чичваркин. Качество продукта и дистрибуция важнее бренда. Ну, я становлюсь на качестве продукта. Знаете, какой бы ни был там бренд, если он выпускает ерундовский, то этот бренд, естественно, завалится в ближайшее же время. Ну, вот на этой, так сказать, ноте мы с вами
и закончим. Это как раз 13 января. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!